Всем привет! Сегодня у нас на разборе проект и биржа Acatex Exchange. Они создают такую платформу, где клиентам никогда не понадобится использовать другой SAT для обмена, кроме Acatex платформ. То есть будут решаться абсолютно все вопросы, и биржа уверена, что она создаст такую основу, которая будет надежной и достаточно эффективной, чтобы привлечь клиентов и обеспечить им наилучшие условия. Платформа также пытается дать лучшую скорость, которой должен быть обмен, и предложить самый лучший метод обмена. Также предлагается быстрое приобретение и перемещение криптовалют, ну а также дается возможность рассрочки платежей, основанных на фиате. Таких идей я не встречал, честно признаюсь, поэтому меня и заинтересовала данная биржа. После регистрации мы попадаем, соответственно, на биржу, да, я уже зарегистрировался. Сейчас давайте я зайду, и мы уже с вами посмотрим на биржу. Вот она, биржа. Также давайте расскажу немного о ней. То есть компания Acatex находится в Китае и является платформой для обмена транзакций. Она предоставляет пользователям возможность обменивать, то есть покупать и продавать криптовалюты между собой, используя доступные пары рынка. Как мы видим, пар здесь предостаточно. Есть все основные пары, да, также они листят и новые различные токены, то есть есть пары с битком, с эфиром, с USD, да, и также даже есть некоторые пары с Doge. Платформа предлагает такое гибридное решение, в котором можно одновременно выполнять криптографические транзакции, извлекать токены платформы CAT, которые будут использоваться для возврата платы за транзакцию пользователя. Также ожидаемая доходность комиссии составляет 110%. В CATEX 80% прибыли платформ будет распределяться пользователям, держателям их собственного токена CAT, то есть держать токены будет выгодно, так как чем больше у холдера будет токенов, тем больше будет и дивидендов, соответственно. Ну, вы можете сказать, бирж сейчас много, почему именно стоит уделить внимание этой бирже, да? Ну, давайте я расскажу вам о плюсах. То есть, вообще платформа является многоязычной, есть инструкции на разных языках, к сожалению, русского не предусмотрено. Также общий управленческий контроль над Acatex осуществляется сообществом пользователей, а не командой. И на платформу может быть легко добавлена любая криптовалюта после голосования сообщества. И для участия в голосовании надо быть владельцем именно токенов CAT. Этих токенов должно быть примерно в районе 10. И, кстати, такая деятельность по голосованию помогает многим проектам появляться и носиться в список биржи без уплаты сборов на этот самый листинг. Также торговля на платформе идет параллельно с майнингом, который пользователь получит 5% бонусов при майнинге. Биржа имеет надлежащий уровень безопасности и позволяет пользователям безопасно торговать своими любыми активами. Давайте пройдемся немного по меню биржи. Вот так у нас выглядит базовый, да. Также можно поменять его на более профессиональный. То есть биржа многофункциональная, да, здесь у нас есть различные фишки, функции. Кто трейдит, тот поймет, что это очень удобно. Также у нас здесь есть токены, можно ставить лимит по рынку, да, выставлять по процентам. То есть выглядит это вот так. Что еще у нас здесь имеется? Давайте посмотрим на наш профиль, да, то есть процедура КУЦ можно поставить, и также 2-2 идентификацию, чтобы вас не взломали. Ну, обычные депозиты, как везде, да, выбираем, что депозировать. Вот нам сразу адрес, также вывод, как мы видим. Допустим, а если
эфир, да, выводить, то у нас комиссия 0.01, стандартная комиссия, также и по битку у нас 0.005 биткоина. Тоже стандартная комиссия, как и во многих других биржах. Что ж, биржа достаточно интересная, она уже хорошо себе зарекомендовала. Уже много очень пар здесь торгуется. Плюс, говорю, добавляются постоянно новые. Это делается путем голосования. То есть это сделать легко, да, и начинающие проекты могут сюда залиститься. Поэтому я думаю, в дальнейшем оно все больше и больше будет развиваться. В описании к видео вы найдете ссылочку на их сайт, а также на их соцсети. Обязательно заходите, регистрируйтесь. Посмотрите, я думаю, вам понравится. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.